Да ладно, Сергей Александрович, правильное предложение вообще. Потому что я также понимаю принципиально, что не отказывайте от своего решения. Ну как принципиально? Решение такое же будет, Сергей Александрович. Вот я про что и говорю. То есть мое мнение останется такое. А, потому что оно однозначно. Да, однозначно. Это у вас. Могу объяснить, почему. А объясните, почему? Вам выделялась машина Нива, Chevrolet, правильно? Какую вы купили машину? Дастер. Ну. На 100 тысяч, да. Скажите, вот вы... Почему? На 100 тысяч. На сколько? Как на 100? Ну, 900. Ну, вы же не спрашивали у нас разрешение, чтобы купить дороже машину. А Дастер лучше. А по идее, что выделили Ниву, как и всем. Ну, на 100 тысяч Дастер, что, правильно? Из собственных средств. Из собственных средств положите на штраф тогда. Я так и знал, что Сергей Геннадьевич вам так и сказал.